Я стараюсь не пропускать неделю моды, потому что это, наверное, одно из самых главных мероприятий, где ты можешь быть в курсе всего. Но сейчас это проще, буквально крем с SPF защитой, тушь для бровей и немного корректора под глаза. Для меня мода – это история, индивидуальность и быстротечность. Однозначно кофе. Но не зря же я открыла себе кофейню. Да, это были сникерсы. Они были ужасные. Да, я считаю, что мы должны поддерживать свою культуру. И чем гнаться, к примеру, за модой Запада, мы можем создавать свою моду. Сумка. Я не представляю свою жизнь без сумки, но вполне могу обойтись без колье. Я пожелаю оставаться им индивидуальностью, но при этом идти в ногу со временем.